Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Катя, я жительница города Чебоксар. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, как вам понравился фестиваль фейерверков? Мне очень понравился фестиваль фейерверков. Здесь было все так ярко, красиво, неповторимо, все было круто. Мне понравился более номер 4, Беларусь. Мне больше понравилось, когда они пустили салют по воде. И было так красиво. Вода сочеталась с этими яркими огоньками. И я просто не могу передать словами, это было очень красиво. А выступление команды из Чувашии, как вы оцениваете? Тоже 10 из 10, можно сказать, потому что было все ярко, красиво. Эти волны, я прям хотела падать от них. Они были такие яркие, красивые. Было все круто. Чебоксары молодцы. Завтра будет продолжение и гала-концерт команд «Фейерверк». Вы придете посмотреть? Да, конечно, приду. Мне очень интересно. Я еще друзей приведу всех, кто дома сидит. Спасибо вам огромное. Ну, и завтра желаем победы, наверное, нашей команде. Да, нашей команде.